И прям здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, мы продолжаем проходить замечательную Сибирь, или Сайберия, если не по-русски. И, в общем-то, будем делать из алкаша космонавта, нужно взять у него кровь. А лучше мозг. Товарищ Борис, мне нужно несколько капель вашей крови. Это еще зачем? Чтобы запустить центрифугу, нужен образец крови пилота. У космонавта должно быть железное здоровье, поэтому надо взять анализ крови. Это не больно. Вранье. Две вещи всякий настоящий солдат готов сделать по первой просьбе. Снять штаны и пролить кровь. Хватит и второго. Как пожелаете. С таким разочарованием. Ну, рука не достала на самом деле. Знаете, оно каждый, когда как она? Он иногда достает рукой до этой штучки, а иногда нет. Это странно. Со мной сегодня снова кошка, поэтому как бы... Ну как снова? До сих пор. Потому что на самом деле... Записываю Сибирь я фактически... Ну, почти нон-стопом, то есть... Я думаю, я ее пройду за второй присест, то есть... Зацепило что-то. Результат отрицательный. Повышенное содержание алкоголя. Кто бы сомневался. Пошла вон кровь. Ладно, пихнем свой палец. Все прошло. Ну что, поехали. Или не поехали? А, поднять же надо. Я забыла. Окей. Кажется, я разобралась с этой машиной. Садитесь и запускаем. Чаржечно будет. Полковник, вы в порядке? В дальнейшем легкое головокружение. Головолок. Я же космонавт. В конце концов! Я не представляю, вон он, смотрите, идет по коридору. Я не представляю, как он там вообще существовал, с учетом того, что он буквально вот-вот от неплохого такого запоя оклемался, причем не до конца. Я бы вообще его постаралась отговорить от этой затеи, потому что он летит на этом ржавом корыте, непонятно куда, типа там в космос. Мисс Уолкер, как слышите? Прием! Безобразно! Говорите громче! Я готов! Нажимайте кнопку! Это ж снаружи до сих пор. В общем, летит на этой консервной банке, типа того, в космос. Даже если он долетит, мне кажется, он обратно уже не вернется. Тем более в таком состоянии, опять же, продуктов на борту явно нет. Я бы не отпустила, честно. Это ж самоубийство. Начинается отсчет. Программа запуска активирована. Начинаю отсчет. Полковник, вы не сказали про дирижабль. Кстати. Как его запустить? Дирижабль надо коленчатым. Короче, он нам кинул ключ. Нам нужно потом его будет подобрать. Помните, я говорила, что, по-моему, там что-то надо подобрать. Это потом надо было подобрать. 10, 9... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Пуск. Ну, удачи тебе, Боря. Ушел. Мужичок ушел. Кто смотрел метро 2033 в моем исполнении, тот проникся сейчас. Может быть. А если вы не смотрели, не смотрите никогда. Ужасно. Ну как ужасно. Тупое вообще до ужаса получилось. Но многим понравилось, как ни странно. Хотя, по-моему, вообще криворукое до безобразия. Так, хорошо, у нас есть ключ. Или это не ключ? Нет, это... Да, это коленчик. Да-да-да-да-да-да-да, рычаг. Бежим обратно. Запустим сейчас Гагарину. Вы уже догадались, я думаю, прогоним птичек.
когда птички отвалятся, мы запустим дирижабль уже без каких-либо проблем. Непонятно только, как птицы мешали именно запуску дирижабля. Не знаю, может, они как-то садились, он тяжелел. В общем, непонятно. Или там фиксировались какие-то инородные объекты чем-то там непонятным чем-то. Неясно. Сейчас, кстати, классная заставка на моей памяти будет. Да сейчас ты полетаешь, все хорошо. А, он только не заперт был. Чего он не летел? Ибо нефиг гадить на дирижабль. Достояние человеческого труда. Ух. Все-таки, знаете, как ни странно, честно признаюсь, честно, когда я начинала данное прохождение, я не думала, что у меня эта игра будет вызывать прям такие вот прям вау-чувства, потому что все-таки я ее много раз проходила, я знаю как чего, и мне казалось то, что у меня как-то, знаете, спокойно будет так протекать прохождение, то есть я не буду спешить, там, может, по две, там, по три серии, там, через день как-то буду записывать. Нифига! Я как села, я... Сколько там? Первые пять серий я записала за один присест, и вот за второй я, в общем-то, с пятой вот по сейчашнюю, я думаю, до финала. Потому что... Чё-то как-то штырит меня. Хорошо. Взлетаем! От винта! Я бы, конечно, побоялась, повторюсь, на такой дури лететь. Но летит и ладно. Главное, что она запрограммирована мистическим образом. Я даже не хочу выяснить, каким. Да ёлопала, ну давай, ну не порт нам всю атмосферу. Если что, он летит не вверх сейчас, а это дно показали. Или вверх. Я не разобралась. А может, кстати, наверх он летел, а что-то... Нет, не летел. Короче, вы все поняли. Отлично. Курорт. Мы прилетели. Сразу видно. Музыка какая-то что-то обалденная, да? Она какие-то очень своеобразные чувства вызывает, очень такие. И грусть, и что-то еще. Не буду сейчас вдаваться в размышления, не до того сейчас. Надо бежать, лететь скорей. Еленорманска ждет. Ну кто там еще, ну? Алло? Кей, чем вы там занимаетесь? Мне нужны новости, результаты, в конце концов. Конечно, мистер Марсон. Мы все в этом заинтересованы. Я делаю все, что в моих силах, но пока что новостей нет. Кей, вы, похоже, не понимаете, насколько это срочно. Игрушки по всему свету стоят у меня над душой и капают на мозги. Я не могу так долго вешать им лапшу на уши. Вы ставите нашу фирму в крайне неловкое положение. Мне очень жаль, но мне пришлось сильно изменить первоначальный план. Мисс Уолкер, вы ходите по минному полю. Сколько можно повторять, что это контракт первостепенной важности? Первостепенной! Ну не дебилы, а? Я прекрасно понимаю, мистер Марсон. Поверьте, я делаю все, что в моих силах. Но это действительно трудное задание. Обо всех трудностях будете рассказывать, когда вернетесь домой. Когда я в следующий раз позвоню, будьте любезны рассказать мне что-нибудь существенное. Ясно? Да, мистер Марсон. Почему она ему не скажет то, что товарищ мистер Марсон вообще
откуда я вам достану Ганса Фаральберга, если я, блин, не знаю, где он? Я могу вернуться с документами без подписи. Хотите? Нет? Нет? Так, блин, сидите и молчите. Вот тоже, да? Ну, конечно, не так сказать, как по тип того, по-культурному. Кстати, нет, нет, это не пойду пока. Но как бы смысл этот же передать, потому что она говорит, я стараюсь, но он же не знает, что она там делает, она же ему не рассказывает, поэтому он так орёт. Объяснила бы она ему то, что его нету, где я тебе его найду? Хочешь подпись? Сиди, жди. Тоже, конечно, интересно. Добрый день, сэр. Добрый день, мэм. Добро пожаловать в отель Кронский. Меня зовут Феликс Сметана. Я полагаю, вы не бронировали номер, верно, да? Ну, неважно. У нас есть несколько свободных номеров с видом на море. Так что вот пока что самый лучший вот это. Простите, я вообще-то не собираюсь останавливаться в Аралабаде. О, как! В таком случае, чем могу быть вам полезен? Мне нравятся надписи наверху. Классные вообще. Позвольте мне представиться. Меня зовут Кейт Уокер. Я юрист и действую по поручению крупной юридической фирмы в Нью-Йорке. Я расследую одно очень деликатное дело о наследстве. Рад познакомиться, мисс, как вы сказали, Колкер? Уолкер, Феликс Сметана, к вашим услугам. Я работаю администратором этой гостиницы. Между нами мне, знаете, часто приходится выполнять роль управляющего. Ну, увы, теперь наша гостиница уже не та, что прежде, уже вам... Гостиница просто великолепна. Это старомодная роскошь. О, вы еще не видели наших номеров. Вот уже больше 100 лет здесь жили знаменитости со всего света. Хотите номер получить? Нет, большое спасибо. Я не собираюсь здесь останавливаться. Мне назначена встреча. Ага, понимаю. Что ж, в таком случае ничем не могу вам помочь. Вряд как дышит вообще, да? Я бы хотела поговорить с одним из ваших постояльцев. Знаете что, это крайне нежелательно. Вот так. Ни один из постояльцев не предупреждал, что ждет посетителей. Вы не можете появиться просто так. У нас очень строгие порядки на этот счет. В наши дни, знаете, хорошая гостиница не может себе позволить пускать всяких там, знаете, непрошенных гостей с улицы. Не-не-не-не-не-не-не-не. Пожалуйста, мне просто необходимо с ней поговорить. Это очень важно. Если бы это было настолько важно, вы могли бы предварительно позвонить сюда, вот так. Люди приезжают сюда отдыхать, знаете ли, они ищут уединение, а этого не так легко достичь в наши дни. Не буду вас больше задерживать, мэм, все, до свидания, все. Честно говоря, если бы я могла позвонить, я бы позвонила, но я не могла. Пожалуйста, сэр, не могли бы вы сделать небольшое исключение? Не-не-не-не-не-не-не, сударыня, в нашем отеле ни для кого не делают исключения. Все, желаю удачи, все, до свидания. Ну, тупёртый баран. С другой стороны, на самом деле, прав. И он молодец, если так размышлять. Сэр, боюсь, мне нужна ваша помощь. Простите, мисс, но я оказываю услуги только постояльцам гостиницы и за наличные деньги. Дело в том, что, помогая мне, вы одновременно поможете одному из ваших любимых постояльцев. Ой. Мисс, меня не так легко обвести вокруг пальца. Я вам не дурачок. Дальше вокруг такого очаровательного пальчика, как ваш, вы меня не обведете никогда. Это мы еще посмотрим. Вы не подскажете, не появлялся ли здесь некий Ганс Фаральберг? Это в качестве постояльца или как? Да-да, как постоялец. Сожалею, мисс, но реестр постояльцев строго конфиденциален. Ну, пожалуйста, это ведь не государственная тайна, в конце-то концов. Ну, а если я вам покажу список, что я получу взамен от вас? Мою искреннюю благодарность. Ничего другого я не ожидал. Как говорят французы, адьё, мадам, шерше ля фам. Всё, до свидания. Обычно я путешествую на механическом поезде. Здесь, случайно, нет станции поблизости? Сюда можно доехать на поезде? А как же, разумею, конечно, есть. А разве вот это не ваш воздушный шар, я видел это, разорванный в саду у гостиницы лежит? А, да, дирижабль. Разорванный в саду. Дело. Я его одолжила, чтобы вернуться в Аралабад. Вот, ну, знаете, это мне не так важно слышать, но вам лучше убрать его как можно скорее.
вид газона с подобным украшением у кавычках может не понравиться нашим постояльцам. Разорванный в саду лежит. Блин, я его обожаю. Я с него тащилась много лет назад, и с него тащусь я. Феликс Сметана. Не могу. Очень жаль, что в гостинице нет постояльцев. Ой, у нас были золотые времена, но это все в прошлом. Вот и все. Это вас не огорчает? А почему это должно меня огорчать? Когда-то я принимал здесь великих людей, а теперь у меня остались одни воспоминания. Мне кажется, что его манера говорить чем-то похожа на мою. Что-то такое прослеживается. Ой, вот эти вот все звуки. Что ж, в любом случае, спасибо. К вашим услугам, мисс. Единственное, что у меня нет такого ярко выраженного хохольского акцента. Так, ну, насколько я помню, нужно его обдурить. Потому что, соответственно, вот туда идти он нас не пустить. Мы сейчас сделаем следующим образом. Откроем штукенцию. Сейчас устроим ему концерт какой-нибудь. Так, туда ты меня, естественно, не пустишь, да? Так, подожди, успею как так встать-то? Ля-ля, может он пока он смотрит, я пройду как-нибудь очень тихо. А, тут вообще заперто. Угу. Вот, а что тут у нас? Даже открылось, ты посмотри. Берем чистящее средство, больше вроде тут ничего. У него телевизор перестает показывать, он стучит по нему. Но он даже сидит уже. Но мы все знаем эти забавы, правда? Чистящее средство, фонтан, все очевидно. Бугага. Разорванный в саду лежит. Как сказал, как бог просто. Товарищ Сметана, у вас там в фонтане пузыри. Сэр? Глухой, что ли? У него как у собаки, знаете, рефлекс назван. Только на какой-то конкретный команд. В данном случае на звук. Сэр? Так, это снова вы? Послушайте, знаете, вы зашли уже слишком далеко. Слишком далеко. Предупреждаю. Появитесь еще раз здесь, и я... Ну что, что? А что же это там, черт возьми, творится? Да там такого же еще не хватало, чтобы у меня... У меня и так полно работы, понимаете? Да что такое? Да, полно работы. Следить за количеством голов. Ну, не голов, которые головы, а голов, которые голы в спорте, в футболе, в данном случае. Вот, поработай. Отлично. Разомнешь косточки. Все, супер, стол наш. Так, во первых строках письма. Во-первых, нам нужно открыть дверь. Это раз. Во-вторых, отель Эдинор. Гостиница Кронская. Отель Эдинор. О, телефончик. Надо запомнить. Эдинор – это сеть отелей с многолетними традициями. Самый первый Эдинор был открыт в Париже в 1928 году. Сейчас наши престижные отели можно найти в любой европейской столице. Вам представляется уникальная возможность поселиться в историческом центре города, в старинном дворце или роскошном особняке. Все здания полностью отреставрированы, и великолепная старинная архитектура сочетается в них с комфортом современных апартаментов. Отели Эдинор идеально расположены для знакомства со столицей. Вы откроете для себя красоту национального архитектурного наследия и насладитесь исключительным комфортом и высочайшим уровнем обслуживания. Великолепный отдых вам гарантирован. Пребывание в отеле Эдинор станет для вас неизмеримо большим
нежели просто остановкой в пути. А, неизмеримо большим. Господи, я-то думаю, что такое, чем большим? Большим, нежели просто остановкой в пути. А очарование каждого уголка в сочетании с неповторимой атмосферой былых времен надолго сохранится в вашей памяти. Дополнит впечатление лучшее блюдо национальной кухни, которое всегда готово предложить гостям ваши искусные шеф-повара. Сегодня группа Динор насчитывает 15 отелей уровня от 3 до 5 звезд, расположенных по всей Европе. Не, ну так-то, если посчитать, очень даже круто, да? Смотрите, фотографии. Прикольненько. Собственно, в Италии, в Финляндии. Прикольненько. Так, хорошо. Где у нас там проживает мадам Елена? Елена Романская. С 81-го она тут проживает. Номер 1270. А зачем перелистывать? Может, здесь еще кто-то есть? Николай Рюмин, Вадим Раилин, Бурова Татьяна Агнелта, Андрей Калинин, Игорь Пробьев. Ну, короче, 1270. Да? Да. Может, позвонить? Как-то нет. Хорошо, уходим. Ошиблась, что ли? Точкой на экране. Позвольте. Главное, самое интересное, то, что потом Феликс Сметана особо не будет против того, что мы ходим туда-сюда. Товарищ автомат, с которым можно поговорить. Привет. Добрый день, мисс. Ты бармен в этом отеле? Меня зовут Джеймс, мисс. Джеймс — автоматический слуга. Я не бармен и не имею отношения к отелю. Извини, я не хотела тебя обидеть. Если вы не возражаете, мисс, я хотел бы попросить вас в дальнейшем использовать термины более аккуратно. Меня зовут Кейт Уолкер. Рад познакомиться, мисс. Вы приехали сюда не для лечения, не так ли? Нет, я ищу мадам Романскую. Я с удовольствием предложу вам чаю, когда мадам вернется с прогулки. Я не хочу навязываться. Может быть, твоя хозяйка не захочет пить чай в моей компании? Мадам любит жаловаться просто так. Поверьте, она любит гостей. В таком случае, спасибо за приглашение. Ох, вот эта вот боль всей моей жизни, вот это вот. Я ищу мадам Романскую. Ты не знаешь, где ее найти? С 15 часов 30 минут до 16 часов 30 минут мадам Романская совершает свой ежедневный моцион по набережной. Чай подается ей в номер к 17 часам ровно. Можно ее повидать? Как вам будет угодно. Только не простудитесь на ветру. Проводи меня, пожалуйста, к Елене Романской. Только не сейчас, мисс. Мадам все еще на пирсе, любуется прибоем. Так. Мадам прекрасно знает, что в это время года я не отважусь поехать на пирс. Сочетание соленых брызг и песка губительно действует на мой механизм. Слышите, как воет ветер? Мы здесь называем его соляным ветром. Рано или поздно он нас всех сведет с ума. Ну, попробуй хоть раз. Нет, я останусь здесь и буду ждать, пока не понадоблюсь мадам. Она иногда так непредсказуема. У нее бывают такие резкие перепады настроения. Ты когда-нибудь слышал о мистере Форальберге? Это имя мне знакомо. Правда? Так ты знаешь Ганса Форальберга? Не могу этого сказать, мисс. Мадам запретила мне говорить о нем и даже упоминать его имя. Почему? Ностальгия, грусть, предписание врачей. Называйте как хотите. Этого разговора не было, хорошо? Мадам очень рассердится, если обнаружится, что я знаю об этом,
и вы тоже знаете. Не беспокойся, буду молчать, как рыба. Ты знаешь, где находится Комсомольск? Я оставила там поезд вместе с машинистом. Представляешь, он автомат, как и ты. Вы даже похожи. Во-первых, я не знаю, что такое Комсомольск. Во-вторых, я никогда не ездил на поезде. В-третьих, существование автомата, столь же сложного и совершенного, как я, представляется мне маловероятным. Мадам всегда говорила, что я уникален. Знаете ли, редкий подарок от ее бывшего почитателя. Но вы действительно похожи. Ты знаешь, я без него скучаю. Почему же здесь нет ни его, ни его поезда? Я не позволю мадам Романской пользоваться общественным транспортом. Это долгая история, но, надеюсь, я его скоро увижу. Подобная привязанность весьма трогательна, мисс. Хорошо. Я ухожу, Джеймс. До встречи. Буду рад снова увидеть вас, мисс. Нужно каким-то образом заставить его отправиться за мадам Романской. Как это сделать, я не помню. Но если я не ошибаюсь, это каким-то образом связано... Так, если я не ошибаюсь, здесь нужен номер. Вот черт! Что такое? Не работает. Чё это? Так я и думала. Почему? А почему не работает? А должно вообще-то. Это номер, если что, Романской. А чё, почему не работает? Очень странно. Дверь заперта. Ну так это самое... Там же 1270 было, да? Может, что-то не хватает? Хотя, казалось бы. Ладно. Берем бокал. У нас криптомания. Все хорошо, а? Все нормально. Он нам, конечно, не скоро пригодится, но... Неважно. Так, ничего не открывается. Пойдемте дальше. Я поплавала в таком бассейне. Вода, в принципе, чистая, несмотря на то, что сам отель уже не в лучшем состоянии. О, чуй, да? Чуй, да? Отель Кронский. Электронный ключ, временный код 0968. Угу. Хорошо. Допустим. Может, там надо написать 0968? Ну, это, конечно, с одной стороны. Хотя... О, господи. Здравствуйте, дяди. Простите, что мешаю. Думаю, стоит пойти ферзем вот сюда. Если только... Извините, я вас побеспокоила? Нет, тогда получается шаг в два хода. А если атаковать слоном вот так? Хороший ход слоном еще никому не помешал. Ладно, не буду вас больше отрывать. На самом деле он не должен был поднимать голову. Раньше он такого не делал. Джакузи. Подогрели джакузи. Это мы себе на будущее ванну устраиваем. Так, хорошо. 0968. Пойдемте тогда попробуем это написать. Пррр. Я, по-моему, вспомнила. Как заставить его выехать наружу? Там же 0968 было, да?
О, смотри. По-моему, все-таки нужно будет сюда вбивать 1270, потому что... Или меня глючит. Смотрите, насколько там все плохо на этой улице, что пришлось одеть маску. Так, не хватает. Не похоже, что эта штука работает. Не хватает колокольчика или чего-то такого. Такой гадюшник вообще. Здесь раньше вода вроде была, да, по идее-то. Теперь вообще ничего не осталось. По-моему, одна эта картина уже вгоняет в депрессию, должна здесь как-то лечиться. Уже явно не стоит. Как ни крути. Здравствуйте, мадам. Простите, вы мадам Романская? Елена Романская? Кто вы? Что вам угодно? Прошу прощения, что беспокою вас, мадам. Меня зовут Кейт Уолкер. Я здесь по поручению Фрэнка Малковича. Малкович? Старый пройдоха. Вы его родственница? Не совсем. Он хороший друг моей мамы. Он сказал, что вы живете здесь, в Аралабаде. Я юрист из Америки. Чему обязана вашим визитом? Вы проделали такой путь, у вас, наверное, важное дело ко мне. Да, вы правы. У меня к вам одно очень деликатное и очень срочное дело. Я только что из... Позже, моя дорогая, позже. У меня немного болит голова. Эти респираторы так сдавливают голову. Не могли бы вы сходить за моим лакеем? За лакеем? А, конечно. Ну, замечательно. О, господи. Так вы снова здесь, это самое? Как вас ноги сюда ваши принесли? Убирайтесь отсюда немедленно. Глаза мочу. Мои не видели вас. Иди отсюда. Простите, но мне просто необходимо. Госпожа Романская, да, мне очень жаль. Вот эта подлюка ухитрилась проникнуть к вам. Я не виноват. Я был крайне бдительный, но, уверяю вас, госпожа Романская, этого больше не повторится. Мы сейчас же выставим ее отсюда. Надеюсь, она вас не слишком побеспокоила, нет? О, Феликс, прекрати рычать на девочку. Она моя гостья. Так это ваша гостья? Но это невозможно. 3 часа назад эта нахалка даже не была с вами знакома. Хватит, Феликс. Еще немного, и я рассержусь. Да, госпожа Романская, я вас умоляю. Эта маньячка уже была здесь и пыталась разрушить фонтан, если бы не... Я сказала, хватит. Будь любезен обращаться с мисс Уолкер со всем подобающим уважением. Не трогай ее и прекрати кричать. Я ясно выразилась, господин Сметана. Да-да-да-да-да-да-да. Совершенно ясно, госпожа Романская. Примите, пожалуйста, мои извинения. Вот так-то, Феликс. Можешь идти. Собственно, зря я что-то бочку катила на него, то, что он потом типа на нас внимания не обращает. Все, он обращает внимание. И, кстати, я только что сейчас задумала, что, возможно, кого-то обидела моя фраза, то, что хохлядский акцент. Если кого-то обидела, не обижайтесь, я не со зла. Я ничего против украинского акцента, как и против жителей Украины, не имею. Это так, к слову. У меня в Украине родственники живут, так что все свои, все хорошо. Так, а вот где же все-таки колокольчик? Не хватает его тут явно. Если эта штука вообще работает. Я знаю, что мне чего-то не хватает, но у меня чего-то тут ничего нет. Нет, бокал сюда впихивать не нужно. Нужно найти где-то его колокольчик этот. Ну только где?
Ладно. Товарищ Джейнс, или как вас там? Привет. Добрый день, мисс. Ты хорошо знаешь мадам Романскую? Ты дура, что ли? Я служу мадам с момента изготовления. Тогда ты, наверное, немало повидал. Наверное, было интересно ездить с этой леди по гастролям, быть на всех ее концертах. Вы ошибаетесь. Мадам понадобились мои услуги уже после переезда в отель Кронский. По-моему, это очевидно. Потому что на концертах я не думаю, что ей нужна была каталка. Ладно. Я ищу мадам Рам... Нет. Проводи меня, пожалуйста. Только не сейчас, мисс. Так. Ну, попробуй хоть... Нет, я... Вообще-то, я должна была его отправить уже. Я ухожу, Джей. Буду. Она же сказала то, что позови, мол, моего этого самого. Может, все-таки еще раз... Ах! Ну, она как-то уже сказала, типа, позови Джеймса. Я ей пошла звать. Может, нужно было с ней еще раз перетереть. Ой, господи, как все сложно. Ладно, бежим. Может, здесь по дороге где-нибудь найдем все-таки этот... Колокольчик. Но что-то как-то... Не помню, где он. И нужен ли он. Слушайте, а по-моему, нужно как раз-таки в него позвонить, чтобы этот чувачок выехал. Или что-то вроде того... А! Подожди. Вот же ж. Так, нет. Где? Я не заметила, он только сливается совсем. Там слишком далеко просто звонить. Он не услышит. Очевидно, мне кажется. То есть мы сейчас сымитируем то, что Романская позвонила в колокольчик. Этот Джеймс будет с ума сходить. То, что меня вызывают, а как-то я туда поеду. Там же соль. Давайте еще разок. Еще разок. Я просто не помню, сколько раз надо. Один, как бы по стандарту, или может быть три там раза, типа сигнал какой-то. Я не помню вообще ничего. Может, я это вообще взяла из головы, ну, на всякий случай найти. Чтоб не бегать. Знаете, сейчас откуда-то я сейчас в наушниках сижу и где-то снаружи какие-то такие звуки, знаете, вот как будто бы ты сидишь, а где-то, может быть, этажом выше скрипят, гудят какие-то крупные металлические конструкции. Это немножечко жутко звучит, потому что, ну, как бы в квартире не может быть крупных металлических конструкций. Там, знаете, такое чувство, что там дирижабль скрипит какой-то. Опять же. Джеймс, чего ты ждешь? Только не надо говорить, что ты и в этот раз звонка не слышал. Звонок был, но снаружи очень ветрено, не так ли? Да, немного. Ну и что теперь? Мадам не понимает. Она утверждает, что автомат не нуждается в защите. Но мой механизм страдает от соли. Я боюсь выходить наружу. А если я дам тебе свой респиратор, это поможет? Несомненно. Вот видите, то, что в этот раз не слышал. Если бы я в тот колокольчик позвонила и пришла к нему, он бы сказал, я ничего не слышал, ничего не знаю. Мы сэкономили себе время. Ну кто там еще? Привет, котенок. Ну как, ты встретилась с этой Романской? Что она из себя представляет? Она помнит Фрэнка. Привет, мам. Я ее видела. Она и правда живет в Орлабаде. Поблагодари Фрэнка за меня, ладно? Я ему все передам, солнышко. А как тебе этот Орлабад?
Может, нам с Фрэнком туда смотаться как-нибудь? Это морской курорт, мам. Точнее, это когда-то был курорт. Он тебя разочарует. Может быть. Так когда же ты возвращаешься? Закончились, наконец, твои дела? Еще не совсем, мам. Я ищу наследника, чтобы оформить эту дурацкую сделку, и пока не нашла. А Романская мне по другому вопросу была нужна. Слушай, зайка, по-моему, ты чересчур увлекаешься. Почему бы тебе просто не вернуться и не сказать боссу, что никакого наследника нет, а ты сделала все, что смогла? Хочешь, я сама ему позвоню? Мам, ну, пожалуйста, не вмешивайся. Мне платят за то, чтобы я нашла Ганса Фуральберга. К тому же это мне самой нужно. Нет, все-таки иногда ты такая же упрямица, как твой отец. Только не жалуйся потом, что мама тебя не предупреждала. Не буду, не беспокойся. Мне вот тоже, да, интересно. Скажешь, что нет никакого наследника, да? А подпись откуда возьмется вообще тогда? Кто его подпишет? Документы на продажу. Некому же. Че, я сама буду подписывать? Ой, начинается ад. И я предлагаю этот ад, на самом деле, оставить на следующую серию, потому что... Это все будет ужасно. Я не знаю, как мы будем с этим с вами справляться, потому что грядет одна из самых ужасных загадок за всю мою квестовую жизнь вообще. Я не знаю, получится ли у меня, я очень сильно в этом сомневаюсь, но я буду надеяться. И вы тоже держите из меня кулачки. Вот, в общем, я надеюсь, что эта серия вам понравилась. Если это так, обязательно ставьте пальцы вверх. В общем-то, подписывайтесь и оставляйте комментарии, как вам игра вообще... Какие у вас впечатления вызвали, точнее, события, которые вы увидели в этой серии? Как вам наш космонавт? И, в общем-то, как вам Сметана? По-моему, он просто шикарен. Все-таки колоритные тут персонажи через раз, знаете, так идут. Такие вот прям мощные, я имею в виду. В общем, пишите и оставляйте комментарии. Не забывайте вступать в группу ВКонтакте, чтобы не пропускать новости важные и относительно важные. И, в общем-то, смотрите другие игры. Все, в общем-то, ссылки на все плейлисты находятся, опять же, в описании к данному видео. В общем, всем огромное спасибо за ваше внимание. Жду вас всех в следующей серии. С вами была Севен. Всем удачи и пока-пока.